Это началось около 3 месяцев назад. То, что вы описываете, нереально. Демонов не существует. Ваша жена нездорова. Вам необходимо понаблюдать за ее состоянием. Она не сумасшедшая. Оставьте ее у нас на пару дней. Это вы напичкали ее таблетками. Она одержима, Рон. И демон, который ее терзает, очень силен. Мы должны излечить ее дух. Тогда воспрянет и тело. Я готов. Да поможет нам Бог. Одной мне тут не справиться. Община окажет поддержку. Мы проведем обряд экзорцизма в 2 этапа. Сначала сами, а на финальную битву с дьяволом мы позовем лучшего экзорциста в стране. Он знает толк в своем деле. Дорогая, обнажи перед ним свою душу. И что ты сделаешь? Я улыбаюсь тебе, дьявол, и я изгоняю тебя. Покажите врагу нашу веру! Приказываю тебе, оставь это тело. Помолимся. Избави нас! Спаси меня! Избави нас! Напои меня! Оставь это тело! Ужас Истфилда. Первое изгнание.